Светлана Александровна у нас прочитает стихотворение. Стихотворение о библиотекарях будущего. Потрясая престижной техникой, на Тойотах и прочих Рено, пышногрудые библиотекари развлекаться спешат в казино. Разумеется, служба престижная, знать лопатой деньжища гребут. Их Швейцария ждет горнолыжная, их Канары далекие ждут. Все им рады, наличкой, не чеками, рассчитаются, выпала масть. Рвутся школьники в библиотекари, но без блата туда не попасть. Детки их обучаются в Оксфордах, жены их бутики потрошат. И министры без ихнего отзыва ничего не берутся решать. Работенка, конечно, опасная, всю та жизнь, то в гульбе, то в пальбе. Так и будет, говорю не напрасно я. И увидеть то время прекрасное очень скоро предстоит и тебе, и тебе, и тебе. Спасибо.